Черный чай составляет 78% мирового производства чая и потребляется во всем мире. Поэтому важно определить, обладает ли черный чай антигипертензивным действием. Было исследовано влияние черного чая на артериальное давление и отражение сосудистых волн до и после употребления жиров у пациентов с гипертонической болезнью. В исследовании 19 пациентов получали черный чай в объеме 120 мг флавоноидов или плацебо 2 раза в день в течение 8 дней. И 13-дневный период был вымывания между исследованиями. Объемный цифровой пульс и артериальное давление измеряли до и через 1, 2, 3 и 4 часа после употребления чая. Измерения проводились натощак и после жировой нагрузки. Авторы исследования обнаружили, что потребление жиров приводило к увеличению отражения волн, чему противодействовал чай. Результаты показали, что потребление черного чая снижает систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление на 3,2 мм ртутного столба и 2,6 мм ртутного столба соответственно и предотвращает повышение артериального давления после употребления жиров. Эти данные показывают, что регулярное употребление черного чая может играть важную роль в защите сердечно-сосудистой системы.